Шевлюк справа. И на правую у Алекса был мяч, бить неудобно. Вот теперь слева, и он подает. Ну и будет удар-то или нет? Удар, мяч залетает в ворота. Просто вот так заполз Велетан, лучший бомбардир Спартака. Это его уже 34-й гол. Он лучший легионер в плане бомбардирских качеств за всю историю клуба. И он забивает, возможно, победный гол. Спартак близок к волевой победе в этом матче. Сколько было ударов, да, вот за одну атаку Спартака? Дожал Спартак, в принципе, я считаю, что это закономерно и справедливо. Потому что Спартак вот этим азартом, своими эмоциями заставил сегодня играть Терек и на под свою диктовку. Ну, здесь, смотри, много игроков в белой форме, а все, теряют они красно-белых, теряют. И по мячу уже играют, и в результате вот не доглядели. И удар. Удар, конечно, пусть не сильный, но классный получился у бразильца под штангу. И здесь прекрасно проведший этот матч Декань уже был бессилен. Он вынужден был капитулировать. И расстройство главного тренера Терека